Преподобного Пахомия Великого церковь чтит как одного из основателей монашества и столпа отшельничества и пустынножительства. Он родился в III веке в Египте, получил хорошее образование, имел добрый нрав и спокойный ум. В 20 лет Пахомия призвали в войска императора Константина. Новобранцев разместили в здании городской темницы. Местные христиане пришли с запасами пищи и накормили воинов. Юноша узнал, что они так поступают, исполняя заповедь своего Бога о любви к ближним. Это глубоко запало в его душу. Пахомий дал обещание сделаться христианином. Войско вернулось из похода с победой. Пахомий принял крещение и поселился в уединенном месте. Почти сразу же он стал вести строгую подвижническую жизнь. Через 10 лет, по божественному откровению, Пахомий основал обитель у развалин селения Тавениси. По преданию, устав монашеской жизни Пахомию вручил ангел Божий в образе монаха. Постепенно вокруг Пахомия стали собираться ученики. Он строил жизнь монастыря на послушании. Пахомий говорил, что послушание, исполняемое с усердием, выше поста и молитвы. Вскоре рядом с монастырем появилось еще 7 обителей, которыми руководил Пахомий. Но он все так же оставался глубоко смиренным иноком, который всегда готов был повиноваться и принимать замечания от каждого брата. Господь наградил Пахомия дарами чудотворения и исцеления болезней.